Ну что ж, ребята, настало время проходить очередное глобальное событие на ферме, которое началось 40 минут назад. Я сейчас буду записывать видосик, буду сразу же начинать его выполнять. Сейчас я покажу, расскажу, что да как. И да, ребята, я всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать в новенькое видео на мой канал. Кто здесь впервые, подписываемся на мой канал. Также ставим лайки, потому что в этом видео будет много чего интересного. Давайте сразу не будем медлить. И да, я этого ждал. И все, я думаю, этого ждали. Личное, короче, не личное, ну, короче, нужно событие выполнять. Это отправлять грузовички. Да, я ждал этого, потому что, ну, в каждом сезоне, например, как сейчас Хэллоуин, проходит глобальное событие, в котором все игроки мира должны получить очень эксклюзивные украшения. Так что, да, ребята, вот оно настало, оно будет сейчас, я зайду в новости. По-моему, вот сюда, 43-я неделя, вот, хэллоуинская неделя. И с вторника, это с сегодняшнего дня, по пятницу будет глобальное событие с выполнением заказов на доставку грузовиком. Особое хэллоуинское событие, выделено даже. Что будет здесь, в рубежах, я понятия не имею. Так что давайте будем начинать. Глобальная цель — это 140 миллионов заказов нужно выполнить. Ну, конечно же, не мне, а всем игрокам в мире, которые играют в эту игру. Так что давайте, первый заказ пошел. Вот, ребята, что могу сказать. Пока будут выполняться заказы, пока будут кататься машинки, я вам хочу также рассказать, поговорить про ферму и что у меня было за эти пару дней, когда не было видосиков. Так, второй заказ уже поехал. Как вы могли видеть, у меня планировка не изменилась, потому что, ну, зато изменилось количество денег. Если вы посмотрите в правый верхний угол, у меня там 5 миллионов 446 тысяч монет. И да, когда я уже сделал план, уже сделал схему новой типа планировки, потом начал ее делать, да, я ее начал делать, начал думать, и когда понял... Точнее, когда я начал вот это все покупать, вот как вы видите, здесь очень много булыжников. Если я перемещусь сюда, здесь очень много этих цветов, то я понял, что не надо. Я лучше сейчас остановлюсь, чтобы потом я не сказал, почему я такой тупой и потратил на это все очень много денег. Потому что реально, ребята, на эти цветы, вот, как это называется, цветы, по-моему, розы в... Сейчас, подождите, это в покрышке, сейчас, вот, а, колесо с розами, вот, одно колесо, вот вы сами представьте, одно колесо 27 тысяч стоит, так что я подумал, что я не буду этим всем заниматься, что оно мне сейчас не очень сильно и нужно, я потратил 1 миллион только на эти камни и только на эти колеса, забил на это все, потому что нужно будет еще примерно, ну не знаю, ну миллионов 10, чтобы осуществить мою ту мечту, ну в смысле не мечту, а ту планировку, которую я хотел сделать, да, то я сказал, что пока что я как бы это, да, не буду ее делать и подожду, может быть, потом что-то другое придумаю. Так что, ребята, могу вам сказать... Ну, такой совет, если вы хотите сделать что-то красивое с этими розами, будьте вот, ну, просто знайте, что если вы хотите украшать ферму розами, их, если вам понадобится их очень много, так что не нужно, не стоит, потому что нужно, ну, где-то лямов 5, может быть 6, просто так выкинуть на это все дело, чтобы как, хотя бы как-либо украсить прикольненько свою ферму. Так что, да, ребята, я... Принял решение, что, может быть, в следующем видео, не знаю, как оно получится. Здесь, тут, где у меня Новый год стоит, вот эта елочка, я ее всю уберу. Поставлю, куплю новые хэллоуинские украшения. Вот здесь они, в сезонных находятся. Сейчас я перейду. Вот, в сезонные украшения. Также буду покупать за алмазы, за ваучеры, за деньги. Все вы это будете видеть. Я также сниму на это обязательно видео, потому что кто-то там, не знаю, зашел... к этому к ютуберу тоже, да, снимают ферму там, ну, хейтеров у меня как бы много, вот, я выпустил типа на Хэллоуин видосик и не купил ни одной
Ни одного украшения за алмазы, хотя у меня алмазов очень много. Но если ты тупой и такое будешь писать, значит, ну просто, не знаю, он, наверное, не знаю, зачем писать, если ты не досмотрел видео до конца, потому что я где-то в середине сказал, что обязательно будет отдельное видео, в котором я покажу, расскажу и куплю эти украшения и потрачу алмазы. Так что можете писать все, что угодно, я на это как бы внимания не обращаю особо. Ну, просто я вам так напомнил, что обязательно будет видео, в котором я все куплю. И будет, я надеюсь, что будет круто. Так, очередной заказик я выполняю. Очередной заказик. Так, последний, и будет 12 заказов. Посмотрим, что мне будет за второй рубеж. Довольно-таки быстро я выполняю. Вот, довольно-таки быстро выполняю. И так, 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 так. Вот этот заказик. Ну, понятно. Ну, в принципе, моя удача вообще на высшем уровне. Так, еще 4 заказа у меня доступно. И, ребята, еще напишите. Вот, смотрите. У меня на фоне играет музыка Хейдея. Например, вот хэллоуинская сейчас музыка. И вот когда она играет, и я разговариваю, меня вообще нормально слышно? Либо музыка слишком громко играет? Я могу сделать вот так вот музыку. Поняли? Вот, тогда это будет, я думаю, очень сильно громко. Вот, я думаю, это будет очень сильно громко, так что напишите в комментариях, оставлять ли музыку на таком фоне, например, на заднем фоне, чтобы она и была, и чтобы меня было хорошо слышно. Потому что раньше были видосики просто без музыки, просто, ну, как бы без фоновой. Ну, хотя бы музыка Хейдея пусть играет на заднем плане, может быть, вот так вот, с такой громкостью она будет вполне нормально. И меня будет слышно, и как бы и на фоне музыку также будет слышно. Все, амбар немножко у меня освободился, также достигнут порог уровня, это все очень замечательно. Так, собираем. Я не сказать, что очень много продуктов подготовил, но немножко... Блин, я забыл, я заб... Ребята! Володя! Дело в шляпе. Или как там, или кто там дело в шляпе? Надо активировать, надо же активировать. Давайте активируем, например, ну на 30%. Все, пофиг, пусть будет на 30% больше опыта. Да, пусть будет. Потому что я забыл, совсем заговорился, совсем забыл, что нужно мне, как бы, да, ускоритель на опыт, чтобы, соответственно, еще больше сыпалось опыта. Да. Что по скачкам? По скачкам я пока что не участвую, да, цветущая скачка. Короче, не хочу участвовать, я пока что на отдыхе, как так сказать, да. Так, что у нас здесь? Ага, здесь у меня ничего. Значит, оливковое масло нужно сделать на всякий случай. Там я, по-моему, говорил, во время того, как я говорил, по-моему, я удалял заказы очень легкие. Там, где нужны были яйца, там еще что-то было нужно. Ну, не знаю, ничего страшного, просто как-то так уже привыкший. Если не могу выполнить, то нужно удалять, но не стоит. Именно в это время не стоит, потому что могут. О, клубника. Вот я знаю, что она у меня есть. Она у меня выросла. Вот я ее сейчас соберу и отправлю очередной заказ. Так, что у нас в чате? Ага, в чате ничего хорошего. Так, вчера заказал, кстати, посылочку. Вот, на ускорителе. Сейчас я ее открою и... Открою, посмотрим, что мне выпадет. Так, раз, два, три. Ну... Сказать, что это плохо, ничего не сказать. Но зато оно упало в склад ускорителей. Значит, соответственно, если мне выпадет какой-то ускоритель... Не понял. А, понял. Если мне выпадет какой-то ускоритель, который будет не в этом складе, я могу заменить на вот этот последний ускоритель. Короче, вы поняли. Я надеюсь, что вы это все прекрасно также делаете, меняете, замениваете и... да. Так что, такие вот дела. Нужно тратить, кстати, ускорители. Недавно я заказывал Тома, и сейчас также нужно заказывать Тома на протяжении этого события, потому что продуктов иногда не хватает. Да, у меня аж не так, как некоторых людей, там по 1000, по 2000 продуктов всяких различных. Ну, это еще мало, но у меня амбар как бы не позволяет до такого состояния как бы расшириться, потому что я его не так часто улучшаю, но у меня проблема сейчас с досками, и здесь еще осталось немного шурупов, и я улучшу силосную башню, соответственно, у меня меньше материалов, уйдут те материалы, в которых я улучшил, и останется больше места в амбаре, так что можно будет потом
заказывать Тома. Скорее всего, завтра я закажу Тома, и может быть, не знаю, может быть завтра, послезавтра, не знаю, когда это будет, но нужно все-таки убрать вот этот Новый год и поставить, купить сезонные вот эти украшения, которые нужно было давно это сделать, купить их нужно было, но я как бы затянул это все дело. Так, заказы у меня кончились, давайте перейдем в рыболовную зону напоследок, соберу раков, соберу также уток, улучшил уток до 4 мест, неплохо, ребят, согласитесь, неплохо, раков 4 и уток 4, в принципе, хорошо, мне довольно-таки хватает, много всего. Ну, раков вообще слишком уже как бы выше крыши, я делаю все, что могу, вот, например, здесь суп из раков делаю, уже 17 штук, всякие там другие вкусняшки, и также с перьев делаю то, что я давно хотел делать, но у меня не получалось, потому что я утками не занимался, это подушка и также цилиндры, всякие шляпы от солнца и так далее, все, что требует перья, так что в этом, с этим точнее, у меня продуктом, с этими продуктами у меня уже проблем поменьше, потому что они у меня производятся, и жить стало на ферме лучше, когда появились перья. Так что, ребята, не запускайте это дело, и утки, раки очень сильно нужны на ферме. Так что, да, ребята, такое видео получилось, поддерживайте его лайком, я буду дальше выполнять, стараться выполнять это событие. В следующем видео я вам покажу, расскажу, сколько заказов я выполнил. Да. Так что такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. И всем удачи, и всем пока, ребята.